Мне не туда смотреть, да? Новый год уже, представляете? А уже все, начинаем говорить сюда. Новый год – это лучший праздник, когда всей семьей наряжают елку. Новый год – это лучший праздник, когда всей семьей наряжают елку. Едят конфеты. Новый год – это мандарины и много снега. Это чудеса и волшебство. Новые возможности. В новом году наконец-то можно заняться собой. Да. Желаем вам еще больше успехов. Пусть все желания начнут сбываться прямо с 1 января. Новых свершений, новых побед, новых друзей. Новых взлетов. Желаю каждому сделать тот самый шаг, который вы задумали. Новых поясов и старых друзей. Желаем новых путешествий в новые страны. Мы все очень хотим, чтобы у вас все получилось. Что вы задумали? И к чему долго шли? Потому что 2019 год, сами понимаете. Самое время начать менять и меняться. Поздравляем вас, друзья. Самым добрым праздником. Всем волшебства. Мандаринов захотелось. Ну или хотя бы оливье. Все, пойдемте, сейчас ирония судьбы начнется.